Канал Теремок ТВ представляет песенки для детей. Нас зовут Кукутики. Кукутики! Теплоходик. Привет! Сегодня такой замечательный день. Кукутики поедут кататься на теплоходе. Поехали с нами. Все на борт! Поехали кататься на теплоходе по реке. По реке, ке-ке, на теплоходике. 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 Теплоход такой чудесный, за бортом вода. Чего же интересно на нашем теплоходе? Из этих слов. Да, давай ее споем. Давай. Хи-хи. Один котенок ел из миски.
можем посчитать. Один котенок, два котенка, три, четыре, пять. Когда они поедят, они пойдут гулять. Один, два, три, четыре, пять. Теперь два котенка едят из миски очень-очень вкусные сосиски. К ним подошел еще один котенок и тоже кушать стал сосиски. Теперь три котенка едят из миски очень вкусные сосиски. Сколько котят едят, мы можем посчитать. Один котенок, два котенка, три, четыре, пять. Когда они поедят, они пойдут гулять. Один, два, три, четыре, пять. Теперь три котенка едят из миски очень-очень вкусные сосиски. К ним подошел еще один котенок и тоже кушать стал сосиски. Четыре котенка едят из миски очень вкусные сосиски. Сколько котят едят, мы можем посчитать. Один котенок, два котенка, три, четыре, пять. Когда они поедят, они пойдут гулять. Один, два, три, четыре, пять. Четыре котенка едят из миски очень-очень вкусные сосиски. К ним подошел еще один котенок. Можем посчитать. Один котенок, два котенка, три, четыре, пять. Когда они поедят, они пойдут гулять. Один, два, три, четыре, пять. Один, два, три, четыре, пять. Куда вы, котята? Они пошли гулять. Привет! А у нас во дворе будут строить новый дом. И сегодня к нам приехала большая строительная машина. И сейчас мы споем про нее песенку. Попробуйте угадать, что это. Вот у всех на виду к нам во двор приехал Бу! Буйвол? Совсем не буйвол, ни капельки не буйвол. Совсем не буйвол, ни капельки не буйвол. Буйвол – это как большая корова, а наша песенка про большую строительную машину. Попробуйте еще раз. Он стоит на виду и на всех рычит «Бу!» Бультерьер! Совсем не бультерьер, ни капельки не бультерьер. Совсем не бультерьер, ни капельки не бультерьер. У этой машины вместо колес широкие металлические гусеницы, а впереди огромная лопата. Знаете, что это? Вот у всех на виду во дворе рычит «Бу!» Бульдог? Совсем не бульдог, ни капельки не бульдог. Совсем не бульдог, ни капельки не бульдог. Это не животное, это большая строительная машина, которая работает на стройке. Вот у всех на виду во дворе стоит бульдозер! А-а-а, бульдозер! Правильно, ну конечно это бульдозер! А у нас во дворе строят новый дом,
А что дальше? Кто дальше будет строить дом? Во дворе стоит с утра, называется он Гран! Гран! Это я точно знаю. Да, это настоящий подъемный кран, который очень нужен на любой стройке. Зоопарк. Смотрите, что это там? Это же самый настоящий зоопарк! А что такое зоопарк? Как, ты не знаешь? Там много разных животных. Маленький рыжий тигренок, как рычать он хотел показать. Разных звуков он много знает, но не знает, как сказать. Скажи ему привет, скажет он привет в ответ. Вот такое вот слово привет. Это очень простое слово, проще слова, пожалуй, нет. Это слово всем знакомо, это слово привет. Маленький серый ослик хотел бы с тобой поиграть. Разных игр он много знает, но не знает, как сказать. Ты скажи ему привет, скажет он привет в ответ. Вот такое вот слово привет.
Поете вместе с нами песенку для мышки. Банка может быть с водою или может соком быть. В жаркий день из этой банки можно сок и воду пить. Кто поет про сушки, кто-то про баранки. Ну а мы решили спеть песенку про банки. Вместе с нами песенку для мышки. Банка может быть пустая, прозрачной может быть. Очень многое мы можем в эту банку положить. Кто поет про сушки, кто-то про баранки. Ну а мы решили спеть песенку про банки. Песенку про банки, песенку про крышки. Пойте вместе с нами песенку для мышки. Теплоходик. Привет! Сегодня такой замечательный день. Кукутики поедут кататься на теплоходе. Поехали с нами. Все на борт! Поехали кататься на теплоходе по реке. По реке, ке-ке, на теплоходике. 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 Теплоход такой чудесный, за бортом вода. Чего же интересно на нашем теплоходе? Теплоходику привет! И теплоходик громко
песенки для детей и пой вместе со мной песенки из любимых мультиков. Про царевну, фиксиков, про машинки, Врумис и из мультиков «Союз мультфильма» и многих-многих других. Просто нажми вот на такую красную кнопку со словом «Подписаться».